Подготовка к отопительному сезону включает в себя комплекс мероприятий. Все работы проводятся по всему городу параллельно. Одной из программ является план текущего ремонта у ЖКХ, в который включает работы по замене инженерного оборудования, ремонту инженерного оборудования, по ремонту строительных конструкций многоквартирных домов. Это значит замена труб, ремонт, вернее, труб горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, отопления, строительных конструкций. Пока в одном доме идет ремонт кровли, в другом меняют электрические щитки, а где-то проводится полная замена инженерных сетей. Одна из основных задач в рамках подготовки к отопительному сезону – промывка и опрессовка труб системы отопления жилого дома. Заполненную систему отопления мы принудительно запускаем воздух компрессором, вот, то есть путем бормотации, бормотирования промываем систему отопления, то есть открываем на другом конце спускник, воздушник, вот, и таким образом у нас путем бормотации производится промывка, и до осветления сетевой воды мы промываем, что сегодня было произведено. И так будет в каждом подъезде? Обязательно. Каждый подъезд, каждый узел будет так проходить. В целом, по нашей производственной программе на 2016 год работы выполнены порядка уже на 70%. Поэтому наша готовность к отопительному сезону практически на завершающих этапах. К сентябрю мы ее уже завершим. Кроме того, за счет средств текущего ремонта в этом году были приобретены малые архитектурные формы для детских площадок. Долгое время замена игрового оборудования на них не проводилась. В этом году коммунальщики заполнили этот пробел. Мы писали в ЖКХ письмо коллективное, со всего дома собрали подписи, отреагировали, поставили вот нам новую горку и обещали еще новые карусели. Дети с окошка увидели, порадовались, то, что новую горку ставят. А вообще детей много во дворе? Очень много. У нас одна площадка на три двора. На строителей 7, строителей 9, и вот с 1-11 приходят к нам дети. Малые архитектурные формы уже появились во дворах домов по улице Мира и Первых строителей. На радость детворе установлены горки, качели и карусели.